ваш дух на самом удобном месте. Мы тоже не кушали. Так сейчас пойдем кое-что сделаем. Ребята, всем привет! Мы сейчас находимся в гостях в команде Шаповалов Rally Team. Виктор Александрович, мы голодные, я предлагаю вам что сделать. Вы нам пока бутики нарежете, а я у вас пару вопросов спрошу. Ну, не хорошо, против? Мы не против, мы люди гостеприимные, конечно, накормим. Давайте поговорим, знаете о чем? Я думаю, что зрителям будет интересно узнать чуть-чуть попозже о Кубке Лиманов, а начнем с того, мы... Расскажите, пожалуйста, вообще, почему ралли? Почему не кольцо, почему не другой любой вид автоспорта? Ну, исторически так сложилось, что Одесса была всегда раллийная. Вот. И при Советском Союзе как бы у нас только кольцевая трасса, и сегодня она существует. Единственная в Украине – это Киевская Чайка. Вот. А ралли как бы проходили везде, и при Советском Союзе достаточно много у нас было спортсменов одесских, и одесские спортсмены всегда, ну, как бы отличались от других, и на соревнования, если приезжали с Одессы, то немножко у всех в то время падало настроение, да и сегодня также, что вот приехали одесситы, как бы, ну и заберут все призовые места. Вот, то есть, ну, помимо того, что мы говорим, что Одесса всегда славилась раллийными пилотами, наш город вообще исторически по отношению к автоспорту, потому что брать еще появление в то время, когда была царская Россия, когда появились только первые автомобили, ну, одесситы, они же не могут в стороне стоять. Как бы всегда старались идти в ногу со временем, и первый автомобиль в царской России появился на улицах нашего именно города. К этому приложил как бы свою руку там редактор Одесского вестника Василий Васильевич Новоросский, то есть масс-медиа не стояли в стороне. Вот. Помимо того, что вот появился первый автомобиль у нас, как бы, мы можем сказать, что в Украине, да, то есть не где-нибудь, а у нас, вот, то и первая гонка, которая в то время состоялась, она состоялась опять-таки начиная с Одессы. Это Одесса, Николаев Одесса, это 1907 год. Вот. Ну и после даже развала Советского Союза, первые ралли, которые проходили в официальном статусе чемпионата Украины, начались с нашего города. Это 1994 год, когда мы возродили именно ралли. Гонка называлась «Ралли Одесса». Уже с 95 года мы переименовали в «Ралли Куяльник», так как мы проводим соревнования именно в районе Куяльника. Даже одесситы, если многих спросить, что есть Лиман, Куяльник, что еще можно как бы назвать, связанное с названием Куяльник, ну, скажут, минеральная вода, санаторий Куяльник. Вот. Там, где проходит гонка в Северинке, это как раз та точка, куда впадает река Большой Куяльник и Малый Куяльник. Понятно, что они сейчас пересохли, но на карте они существуют до сих пор. Вот. Ну и так как мы в этом районе проводим, мы назвали ралли Куяльник. Это элитная гонка, которая до сих пор пользуется популярностью. На ралли Куяльник собирается достаточно большое количество пилотов, больше, чем по всей территории Украины. Вот. Ну и она как бы считается такая... Расскажите, пожалуйста, подробнее по поводу, как появился вообще Кубок Лиманов? Ну, мы же одесситы. Одесситы, да? Вот. Ну, мы должны думать о себе, правильно? Что нам думать о ком-то? Ну, мы ездили по всем городам. Ну и 2004 год, это уже начинался как бы небольшой кризис. Но любой вид спорта, любой бизнес, это все связано с деньгами, да, с финансированием.
Вот. Если мы куда-то далеко уезжаем, это опять связано с теми же деньгами, расходом на топливо, на гостиницы и так далее. Но мы подумали, думаем, чего мы должны куда-то ехать. Пусть к нам в Одессу ездят, а мы дома будем. То есть и минимизировать все эти расходы. Но на основании этого мы сначала сделали для себя как бы одесская гонка, думали, будет. Вот. И первая гонка вообще у нас прошла в Дюковском парке. При том, что дистанция скоростного участка, она даже до километра не доходила. Меньше километра была. Несмотря на это, на первую гонку собралось достаточно большое количество спортсменов. Приехали из других городов. И за несколько лет, если почитать как бы вот историю Кубка Лиманов, да, что она была создана, эта гоночная серия, для привлечения молодежи, новичков, которые могли бы наряду с опытными пилотами поездить, то Кубок Лиманов получил признание и уже у именитых спортсменов, и перешло уже как бы в чемпионат Украины. И сегодня мы проводим не только в Одессе эту гонку, этапы проходят и в Мариуполе, и под Винницей, в Винницкой области. Мы проводили и под Киевом, мы проводили даже один год, мы провели этап в Молдове. Как бы выездной такой делали, и тоже много спортсменов собралось. К нам периодически приезжают поляки, к нам периодически приезжают те же молдаване, турки. То есть, если взять историю, то за историю существования Кубка Лиманов у нас были пилоты и из Литвы, и там Эстонии, России, там Греции. То есть мы не можем сказать, что мы стоим на месте. Вот. Поэтому вот. А почему Кубок Лиманов? Ну, во-первых, на межлимании, между двух лиманов. Ну, отсюда и появилось вот это название Кубок Лиманов. Ну и где бы мы ни проводили какие соревнования, возле спортивной трассы, все равно мы находим какую-то лужу. То есть как бы большой или маленький водоем, он присутствует при всех наших соревнованиях. Вот отсюда и взялось название Кубок Лиманов. Но это проходит в статусе чемпионата сегодня. То есть, если многие думают, что это кубок, то они ошибаются, проходит на самом деле это чемпионат. А скажите, пожалуйста, вот я, например, хочу пойти, поехать в ралли, хочу поехать на Кубок Лиманов. Что мне для этого нужно? Ну, давайте оставим машину, понятно. Да. Машину, ну, прежде всего, я вам могу сказать, что для того, чтобы участвовать в соревнованиях, любых, не обязательно автомобильных, да, даже если вы будете заниматься легкой атлетикой, это нужно желание. Без желания вы ничего не сделаете. Без желания это какая-то будет тусовка, где вы можете прийти, поговорить, пообщаться там, показать, какие у вас модные туфли там, или футболочка, там, часы, цепочка, и на этом все. То есть это вы пришли, потусовались. Если вы хотите заниматься действительно спортом, то для этого в первую очередь нужно желание. Отсюда вы должны уже отталкиваться. При наличии желания у вас будет все. У нас есть примеры, когда приходили молодые ребята, которые не имели финансирования, но у них было громадное желание заниматься автоспортом, и которые начинали с нуля и доходили до этапов чемпионата мира. Mm-hmm. То есть то наглядный пример. То есть я думаю, что это как бы у нас пилотная такая программа, да, то есть первая. Вот, и я думаю, что мы будем приглашать разных спортсменов, да. Ну, в частности, могу сказать Андрей Николаев, который пришел и начал свою судьбу в автоспорте, начал с маршала на дистанции. То есть он приезжал на своей машине, перекрывал какое-то примыкание, вот, одевал жилетку, свисточек, и вот с этого он начинал. Естественно, приходил на занятия. Занятия мы бесплатно проводим. Вот, и начинал все изучать. Учитывая его огромное желание, его вот желание постичь все в автоспорте, он изучал
все, иногда достаточно дотошно, что он проезжал мимо, вы на месте, да, но я тогда заеду. И вот любую минуту он использовал для того, чтобы получать знания. Вот за счет приобретенных знаний и определенного опыта он стал востребованным. Вот, и таких примеров мы можем привести много. Вот, и могу сказать, что у меня есть еще один ученик, это Игорь Старчак, который также самое имел очень громадное желание заниматься автоспортом. Он тогда работал в такси. И когда ему сказали: Игорь, хочешь заняться автоспортом? Он говорит: да, хочу. Вот, и с этого «хочу» он достиг и чемпионских титулов, и при том, что он стал не только чемпионом Украины, но умудрился еще стать чемпионом России. Поэтому одесситы, они как бы везде остаются одесситами, и больше всего быстрых пилотов именно с Одессы. Я вот вас сижу, слушаю и придумал. Давайте мы мало того, что будем гостей приглашать, мы еще и будем готовить. Все мы любим. Я понимаю, да, то есть мы немножко отвлеклись. Ну, давайте так, свежий батон пражский, самое главное пражский. Вот, это он свеженький, мягенький, вот. Давай мы вот нарежем вот таким макаром, как бы, видишь, своего рода. Точку таких бутерброды делать. Вот что нам надо. Нам для него надо что? Листья салата, да, чтобы какие-то витамины еще какие-то получить. Вот. Надо огурчики. Вот. То же самое. Огурец. Мы сейчас его нарежем сюда. И на тебе будем испытывать. Я согласен. Ну, я думаю, с голоду ты съешь все. Да, и скажешь, что все равно было вкусно. Ну вот так. Берем ту же помидору. Ну, конечно, не профессиональные повара здесь. Но люди гостеприимные и накормят. Ну что, не дай бог, обморок, там, несчастный случай, потеря сознания, кому надо. Меры безопасности должны быть соблюдены, тебе еще не спускаться со второго этажа. Ну вот, что мы делаем? Кстати, в одну из следующих передач наших выпусков, да, можно пригласить профессионального повара. Да, ну мы думаем, что для наших любителей автоспорта мы будем приглашать. И участников Кубка Лиманов, да, то есть и как пилотов, как вторых пилотов, механиков, то есть разных людей, я думаю, что и каких-то наших партнеров, то есть с разных сторон, зрителей тех же самых, да, вот, для того, чтобы люди понимали, что такое рак. Значит, сыр, смотри, для экономии он в отверстиях, понял? Да. Ну, чтобы ты не переедал. Это только для экономии, да. Да, это чтобы ты не переедал. Вот, потом мы сюда раз, кусочек помидорки и огурчик тебе. Кофе тебе сделать? Кофе, да, с молоком. Да, да, давай. Вот, смотри, кофе, только Лакомбо. Лакомбо — это напиток Кубка Лиманов, я тебе скажу. У нас большинство пьют именно Лакомбо на гонках. Вот. Тебе сколько, ложечку? Не ложечку, да. Ложечку на ложечку. Да, ложечку на ложечку. Вот видишь, Лакомбо. Можно зайти на их сайт, и вы узнаете больше об этом кофе. Так, тебе сколько кусочка? Два. Два точно хватит? Да. Хватит, отлично. Сыр у нас диетический. Да. И, значит, надо мало. Серега, а можно попросить тебя кипяточка сюда? Значит, смотри, молоко для этого кофе, это фирменное кофе наше, нужно использовать вот молоко Мидланд. Вот, у него хорошая жирность, это швейцарское качество. Вот. Плотность. Да. Да, давай, наливай. Сейчас закипит чайник.
Можно молока пока добавить? Не, ну надо сначала кипяточка, а потом уже молока. Оно горячее там, я уже кипятил. Вот и чайничек закипел. Давай потихонечку. Чайничек маленький, я кипел полдня, я бы. Да. Сока, смотри. Достаточно. Сейчас мы сахар. Ну и себе. Я же не буду немножко. Ну, сначала гостям, а потом уже остальным. А Сережа потом когда поснимает тоже? Ну да, я думаю. Мидло наставим. Смотри. Смотрю, смотрю. Все достаточно. Спасибо. Швейцарское качество. Как же сейчас без рекламы, да? Оно пробую. На бутерброде. Сейчас, секунду. Кофе действительно вкусный. Так, и бутик. Бутик, давай. Бутик. Пробую бутик. Сейчас в топочку. Ну так, на скорую руку, да, там по-быстрому. Сыр еще бутик. Ну, швейцарский сыр, швейцарское молоко. Так что, мы договорились. А как думаете, раз в неделю выпуск будет выходить? Или можно... Ну, я думаю, давайте посмотрим по откликам, да. Хотелось бы все-таки, чтобы мы затронули разные темы, не просто там подготовка автомобилей, пилотов, но и так же само, чтобы можно было пообщаться, пригласить сюда, может быть, кого-то из журналистов, чтобы уровень журналистов рос, потому что на сегодняшний день проблема у нас со средствами массовой информации, которые освещают спортивные мероприятия. Вот. Некоторые там, это легко. Я вам скажу, что не так легко заснять в движении автомобиль. Это раз. Второе, люди не знают, о чем общаться со спортсменами. Все сводится к одному вопросу, сколько это стоит. Вот. Сколько это стоит, могу сразу сказать, что это не самый дорогой вид спорта. Вот. И есть много видов спорта, которые гораздо дороже. Но на них никто не обращает внимания по одной простой причине: взять велосипед и машину, да, все скажут, что машина дороже, хотя некоторые велосипеды стоят дороже спортивных машин, но там два колеса, а тут все-таки четыре, мотор, бензин льется, масло, и сразу у людей счетчик в голове включается, что автоспорт дороже. Вот, мы хотим пообщаться напрямую через объектив с зрителями, которые приезжают на гонку, о ихнем поведении, как вести себя на гонку. Вот, потому что если мы говорим там о мировых гонках, то там это все происходит, и когда мы выезжаем за рубеж, ну, честно говоря, мне было приятно в Польше, когда мы стояли в зрительской зоне, и мальчику лет 12, он уже заранее знал, что сейчас приближается автомобиль такой-то, что там экипаж такой-то, а это уже там какие-то призеры каких-то гонок. Он знает, где этот экипаж разбил машину там, то есть он знает все об каждом экипаже, да, то есть, и если вы пытаетесь там даже лишний шаг сделать ближе к дороге, то вот эта толпа людей, зрителей, которые там стоят, они начинают там как пчелы в улье гудеть, то есть тем самым выражая к вам как бы недовольствие. Почему? Потому что есть такое выражение: зритель, пришедший на гонку, он не пришел умирать, да, он пришел смотреть. Вот. И каждый зритель должен думать о своем поведении, как себя вести на гонке, чтобы не просто омрачить весь этот праздник, потому что очень много затрачено сил для проведения соревнований со стороны спортсменов, организаторов, там, местных властей. То есть это достаточно большая армия людей, которые вот проводят гонку. Ее не видно. То есть люди, приезжающие как зрители, они этого не видят. Они видят сам праздник. Те же спортсмены, они приезжают, они видят праздник.
А сколько труда за этим стоит, никто не видит и никогда на это не обращал внимания. Поэтому я думаю, что мы должны поднимать разные вопросы о легальных, нелегальных гонках. Вот, для того, чтобы молодежь приходила заниматься настоящим видом спорта. Вот, и я думаю, ты же общаешься с многими спортсменами, да, я имею в виду не только раллистами. И когда задаешь вопросы о ралли, да, все говорят, ну... Таким вещам. Ну, ты не думал сезон проездить там в том же ралли? Вообще нет. Нет, это страшный спорт, и мне хватает дрифта. Сыкотно? Пусть будет сыкотно. Нам там делать нечего, там тяжело, да. Поэтому раллийная дисциплина, она сегодня по популярности превосходит Формулу-1. Ну вот, поэтому это самый такой тяжелый технический вид спорта. Но с другой стороны, я вам могу сказать, что вот у нас на Кубке Лиманов ездил такой Середенко, мальчик. Он в 15 лет стал чемпионом Украины. То есть, если мы говорим, что мы уделяем внимание молодежи, ну, во-первых, мы часть молодежи уберем с улиц города, когда они носятся. Ну, они думают, что они с кем-то гоняются, но люди об этом не знают, они же мне сообщают этого. Ну, вот. Давайте мы эти темы уже поднимем в следующих. Да, то есть мы, что мы просто как бы анонсируем, да, что мы хотим со всех сторон проговорить вот об автоспорте. И я думаю, что людям будет тоже интересно услышать там и увидеть как бы каких-то именитых спортсменов, каких-то там механиков и так далее и тому подобное. Ребята, вы пишите, пожалуйста, в комментариях вообще, как вам зайдет ли такой контент. И до новых встреч, а мы будем кушать.